Наталья Юнникова стала известна после того, как ее пригласили сниматься в сериале «Возвращение Мухтара». С 4 по 9 сезон она играла роль Василисы Михайловой. Помимо этого, актрису можно увидеть в фильмах «Райский уголок», «Кухня», «Паутина», «Татьянин день» и в других. Стоит отметить, что Наталья Юнникова должна была сыграть главную роль Тани Разбежкиной в телесериале «Татьянин день», но позже роль отдали Анне Снаткиной, а Наталья снялась в роли Полины, бывшей девушки Сергея. Всего актриса сыграла около 16 ролей. Наталья Юнникова ушла из жизни 26 сентября 2017 года. Ей было 37 лет. По словам врачей, причиной смерти актрисы стал инсульт. Похоронена Наталья Юнникова на Перепеченском кладбище. Лика Добрянская не была широко известной актрисой. Впервые она появилась на экранах в 1997 году, сыграв в короткометражном фильме «Последний день февраля». Затем ей досталась роль Ольги в фильме 2000 года «Любовь до гроба». В 2001 и 2002 годах Лика Добрянская снималась в сериале «Воровка», где играла роль Ларисы. Последней работой актрисы в кино стал сериал «Школа», в котором она сыграла Наталью, маму Ирины Шишковой. С 1998 по 2010 год Лика Добрянская играла на сцене театра около дома Станиславского. Актриса скончалась 21 апреля 2010 года. Ей было 39 лет. После окончания школы Стелла Барановская поступила в школу-студию МХАТ. Однако после театрального вуза сделать блестящую карьеру в кино у нее не получилось. Стелла Барановская постоянно посещала кастинги, нередко снималась в кино, но роли ей доставались либо в массовке, или в эпизодах. Актрису даже не упоминали в титрах. По этой причине не предоставляется возможным установить полную фильмографию актрисы. Единственный фильм, где она упомянута в титрах, это трагикомедия 2006 года «Внук космонавта», которая была снята Андреем Паниным. В начале 2016 года у Стеллы Барановской был обнаружен рак. 4 сентября 2017 года актриса не стала. Ей было всего 29 лет. Актрису похоронили на Машкинском кладбище в Химках. Алена Кузнецова впервые появилась на экранах в 2004 году в роли Дианки в фильме «Коси и забивай». Зрители помнят эту актрису по ролям в лентах «Огонь любви», «След», «Гражданка-начальница», «Маршрут милосердия», «Любовь из прошлого», «Татьянин день» и по многим другим. Алена Кузнецова довольно активно снималась в кино. В ее фильмографии насчитывается более 40 работ. Алена Кузнецова ушла из жизни в 37 лет, 10 октября 2014 года. Достоверно неизвестно, что стало причиной ее смерти. Похоронена Алена Кузнецова в Красногорске Московской области. Марьяна Цареградская появилась на экранах в 1996 году. Ей досталась главная роль Лизы в фильме «Научная секция пилотов». С 2001 по 2003 год актриса снималась в сериале «Тайны дворцовых переворотов. Россия. Век 18». Там она играла княжну Екатерину Алексеевну. В 2006 году Марьяна Цареградская сыграла роль жены президента в фильме «Трое сверху». Больше актриса не снималась в кино. Некоторое время Марьяна Цареградская играла на сцене театра «Линком». Последние годы актриса жила в США. 12 октября 2017 года ее сердце остановилось. Актрисе было 45 лет. Причиной смерти Марьяны Цареградской стал рак. Похоронена актриса на Троекуровском кладбище. В 2014 году Полина Шанина сыграла свою первую и единственную роль в драме «Комбинат Надежда». Основной работой Полины Шаниной был театр «Сатирикон», на сцене которого она играла с 2009 года и до конца жизни. Актриса ушла из жизни добровольно. Это случилось 7 августа 2017 года. Полине Шаниной было 30 лет. В апреле 2017 года у актрисы погиб молодой человек. Она сильно переживала потерю и находилась в депрессии.